Площадь Пухова в Пересвете – центральная в городе. При ее реконструкции был применен комплексный подход. Провели капитальный ремонт жилых домов, составляющих единый ансамбль общественного пространства. Таким образом, заменили кровли и системы водостоков, утеплили фасады. В этом году работы по благоустройству в Пересвете продолжаются. Два дома, это Октябрьская 5, Октябрьская 7, попали в капитальный ремонт крыши. Жители очень долго ждали этого. Крыша текла прям, грубо говоря, на голову, людям капали. И в этом году все это должны отремонтировать. Еще очень много дворовых территорий. Сейчас мы делаем новое асфальтное покрытие. Мы выявили ямы, где у нас во дворах были. И сейчас подрядная организация все эти ямы латает.